На полигоне «Широкий Карамыш» под Саратовым открылись международные армейские игры мастера артиллерийского огня. Более 100 минометчиков из Анголы, Беларуси, Венесуэлы, Китая и России прошли торжественным маршем со знаменами своих стран и выстроились на плацу. Военные музыканты исполняли мелодии патриотических и русских народных песен. Особенный восторг зрителей вызвали боевые залпы установок «Град», «Нона-С» и других. Военные продемонстрировали высадку боевого расчета переносного минометного комплекса из вертолета Ми-8. Главный судья соревнований, начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск России Михаил Матвеевский оценил церемонию открытия на отлично. Главные состязания армейских игр, индивидуальная гонка и командная эстафета пройдут 9 и 10 августа.